И всем привет! Вы попали на мой канал. Сейчас будет обязательно распаковочка бумажных сюрпризов. И да, у меня есть новиночка. Вот моя новиночка. Я думаю, вы догадались, а может нет. Ну ладно, это коллекция Пухля. Да, я решила сделать такую коллекцию. Сейчас я вам покажу пакетики. Здесь у меня 8 пакетиков. Я решила сделать разные. Вот такой есть, такой пухленький. Есть еще такой Хлю. Я тут. Еще есть Пухля вместе с Мэйбл. Также я сделала отдельно вот такие пакетики, два. Тут такой крючок. Еще один вот такой и два из пергамента прозрачные. Вот. Но самое печальное в этой коллекции то, что когда я делала персонажи, я их нарисовала обычными фломастерами. А когда уже делала пакетики, у меня появились маркеры. И поэтому, ну, не очень, если честно, получилось. Как-то так. И давайте начнем уже выбирать. Итак, давайте же начнем выбирать. Давайте с коллекции вот этих. Давайте отсюда прям начнем. Здесь остается по одному пакетику с разной коллекции. Это с коллекции косметичка, а это с коллекции стаканчики. Давайте их вот сюда положим. Дальше давайте выбирать с коллекции Ice Cream Challenge. Здесь довольно много пакетиков. Так, сейчас бы еще выбрать какой-нибудь нормальный пакетик. Давайте возьмем вот этот пакетик. Здесь такой пингвин, да, мороженый челлендж, Ice Cream. Вот сюда его положу. Дальше давайте из коллекции Board. Скейт-доски. Так, давайте выберем. А давайте выберем Кик Бутовского. Посмотрим, что в нем попадется. Дальше давайте выбирать с коллекции. Да, как всегда. Я забыла коллекцию, потому что давно уже не снимала видео. Это стикер iPhone, боже, капец. Так, давайте выберем. Такой бы такой пакетик. Да. Давайте выберем вот эту собачку. Думаю, там должно что-то нормальное попасться. Ну, не знаю, если честно. Так, дальше давайте дорого-дешево. Здесь уже мало пакетиков остается. Так, давайте выберем мини. Вот, дорого-дешево, Микки Маус. Точнее, мини, да. Вот, вот сюда. И давайте теперь открою. Ой, извините. Я немножко толкнула штатив. Выбирать с коллекции, новой коллекции. Так, Пухля. Тут у меня разные же виды пакетиков, я не знаю, что выбрать. Так, либо какой-то прозрачный, либо какой-то из этих. Давайте из первых выберем, давайте вот, вот этот пакетик. И уже перейдем открывать. Итак, мы перешли открывать. Вы только посмотрите, сколько у нас пакетиков на распаковочку. Это довольно много, как-то так. Итак, давайте начнем. Вот наш каталог. Я его сразу уже приготовила, чтобы потом с ним не ходить. Так, давайте начнем с коллекции дорого-дешево, естественно. Мы ее всегда первую берем. Так, как-то я не туда пристала. Вот, дорого-дешево. Давайте сделаем вот так, первую страничку. И возьмем пакетик с мини, дорого-дешево. И откроем. Только там что-то хорошее попалось. О! Вот что нам попалось, это вот такие маркеры. Как раз я проговорила про маркеры, и нам попались маркеры. Да, маркеры для скетчбука, да. Они под номером 9. Давайте откроем номер 9, вот здесь. И как-то вот так мы приклеим, и это уже будет вес. Эти маркеры, точнее фломастеры, дешевые, а это дорогие. И давайте отклеивать. Отклеивать. Ничего, сейчас мы вот так подойдем и отклеим. Отклеили. Давайте приклеим как-нибудь вот так. Вот так приклеили и переходим теперь дальше. Это коллекция косметичка. Сегодня мы заканчиваем, кстати, эту коллекцию. Берем пакетик и откроем. Давайте сразу откроем уже косметичку, чтобы потом не открывать. Вот на вот это местечко нам что-то попадется. И сейчас я открою. Вот что нам попалось. Это вот такая вот палетка с тенями NYX. И давайте же ее приклеим вот здесь как-нибудь. Главное сейчас отклеить. Да, мы отклеим. Приклеим вот на вот это местечко. Я вот так вот приклеила.
Вот так у нас выглядит наша косметичка. Она теперь у нас полностью заполнена. И теперь давайте ее закроем. Вот и все. Теперь мы к этой коллекции дел никаких не имеем. И перелистываем дальше. И у нас стаканчики. И эту коллекцию мы тоже заканчиваем. Давайте возьмем пакетик. Вот такой вот пакетик. Тут такие два стаканчика. И откроем. Вам, наверное, тоже интересно, что попадется. Но это уже не секрет, что из самых темы. Нам что-то объемное попалось под номером 6. Да. Summer тема. И это у нас вот такой вот кокос. Ой, это за что? Это такой кокос. Он тоже как относится к стаканчику. Такой прикольный кокос. Вот нам надо его вот так приклеить, чтобы он влез. Да, вот так. И теперь откроем. Так. Здесь отрывалось. Ну ничего, сейчас я быстро это все отклею. Вот, я отклеила это все. И теперь давайте приклеивать. Как-нибудь поаккуратнее, главное. Вот. Вот так я приклеила. Сейчас я вам покажу странички этой коллекции. Вот такая вот у нас первая страничка, ночная тема. Пишите, какой вам нравится из этих стаканчиков. Мне больше нравится вот этот. Ну, это тоже красивый. Да. Вторая страничка у нас вот такая. Это розовая тема. Здесь нам попадалась вот такая легендарка с вот такими блесточками. Есть еще вот такой с авокадо. Также у нас summer тема. Вот такой ананас и вот такой вот кокос. И дальше у нас новогодняя тема. Здесь нам тоже попадалась легендарка. Стаканчик на двоих с блесточками мелкими. И вот такой вот стаканчик. Ой, у меня что-то остановилось видео. Но ничего страшного. Извините за какие-нибудь посторонние звуки, если вы, конечно, их слышите. Да. И давайте дальше перелистнем страницу на коллекцию Мороженое Челлендж. Так, что-то у меня подвиделся фон. Так, Мороженое Челлендж. Так, вот наш пакетик с пингвином. И давайте откроем. Ой. Буквально в каком-то из видео я говорила, что у меня хорошо открываются такие. Да. Ну и ладно. Так, давайте посмотрим. Стоп, на какой у нас... Да, сегодня мы открываем на мое мороженое. Сейчас мне что-то термоядерное придет. Это ужасно, наверное. Да нет, вроде не ужасно. О. Мне сегодня попался вот такой вот. Это не круг, это пончик. Это... Или круг. Это пончик. Да. Вот такой вот пончик и вот такой вот попкорн, что ли, да. Давайте как-нибудь это все расположим. Давайте вот так. Или нет. Или давайте вот так, а это вот так. Нет, лучше вот так. Да, я долго думаю. Наконец-то я открыла. Это прям было мучительно, да. Я уже даже поддела ножницами, потому что это ни в какую не отклеивалось. Вот, я открыла наконец. И давайте... Приклеим вот так. Вроде нормально смотрится. И вот это, надеюсь, это отклеили. И давайте приклеим как-нибудь. Ну, вот так. Вот. Наконец-то. Я с этим справилась. Это было ужасно. И давайте открывать из коллекции. Ну, давайте по порядку уже, ладно. Скейтборд. Может быть, нам попадется на вот этой страничке какой-нибудь скейт. Ну, потому что на эту страничку уже попадались. А здесь самый лучший скейт. Итак, давайте откроем. Так, не важно. Совершенно не важно. Так, дальше. Да, наконец-то. Мне попался очень-очень крутой скейт, который мне прям очень-очень нравится. Вот он. Посмотрите, какой он красивый. Просто посмотрите. Это что ж такое, опять остановилось видео, это капец. Ну, в этот раз, потому что мне позвонили, ну ладно. Вот, наконец-то попался мне этот скейт. Я давно хотела, чтобы он мне попался, вот, посмотрите, какой он красивый. Есть такие облачка, звезды и все такое. И он у нас под номером 4, вот здесь. Давайте его отклеим. И, наконец-то, приклеим вот так вот. Ой. Так, вот так. Вот так это выглядит, вот такая вот у нас коллекция получается. И давайте дальше, стикеры iPhone.
Уже остается два пакетика вот такие вот. Так, давайте. Открываем. Так, мы так себе открыли. Ну ладно. Сегодня мне попалась вот такая вот я. Вот, это с такими звездочками. Звездочками. Да. И это у нас под номером 8. Это на самой-самой последней страничке. Ой, я спалила новиночку. Нет. Ладно. Вот, вот здесь. Как-нибудь вот так мы это будем располагать. Итак, давайте открывать. Мы зацепили и отклеиваем. Отлично. Приклеим. Вот так. Красиво очень получается. И теперь наша новиночка. Вот наша новиночка. Пухля. Вот посмотрите, какие у меня странички. Они такие искрящиеся, золотые, с блесточками. Такая первая страничка, вот такая вот вторая. И сейчас мы откроем вот этот пакетик и узнаем, какая же нам сегодня пухля попадется. Давайте откроем. Отлично. Вот такая пухля нам попалась. Посмотрите, какая она милая. Жует книгу. Да. Давайте ее приклеим на следующей страничке. Давайте вот здесь ее приклеим. Будет нормально. Так, отклеиваем. У меня из белого пергамента я сделала наклеечки, и они офигенно приклеиваются. Не то, что с белым пергаментом. Ой, с коричневым. Так, давайте приклеим. Вот, вот так. Вот так у нас получилось. По-моему, очень классно смотрится. Ой, я думала закрыться. Так. Вот все. Мы открыли с вами все пакетики. В следующем видео ждите еще одну новиночку, очень крутую. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да, это мне прям будет безумно приятно. И давайте всем пока.